моя первая книга. 1991-92 год. Андрюшулечка был еще маленький. Я ее сделала, не поверите, за 3 недели. Сроки для него? Горящие. Для него? Нет, это для издательства «Университет». Ну, и заодно для него. Да. Вот. И сейчас я покажу. Будет тихонько. Это моя первая книга, так что... Да, она сделана на одном дыхании, вот это видно сразу. Еще раз название. Киица Диаур. Золотой ключик. Остается только показывать в библиотеке, даже и не будет. Библиотеки имени Василия Александрия Сигнатля. Ну, по крайней мере, мы будем знать об этом. Вот. Дальше случайность, и я делаю Библию. Книга «Панорама». 96-й год. Вот. Ангел Гавриил предсказывает Захарию рождение Иоанна. Я не показывала никому. Благовещение. Благовещение. Рождение Иоанна. Панорама называется. В агентстве авторских прав у нас завизировано все с 96-го года в августе. Возвещение пастухом о рождении Иисуса Христа. Я просто подумала, а почему бы не показать рождение Иисуса Христа? Нет. Это я вам показываю. Да. Вот разверните, пожалуйста. И я сейчас покажу иллюстрацию тебе. Вот она. Это та же тема. Та же тема. Это одна в цвете иллюстрация. Так. А я хочу сейчас немножко сбиться с... Не сбивайся, пожалуйста. Я хочу, чтобы Светлана Бахрушина сказала, вот, как она по моим иллюстрациям сделала хорошие стишочки. Не Светлана Бахрушина, у тебя столько еще было, ты бы рассказала, а потом Светлана. Ну, да, вот, Светлана сидит, расскажи, Светочка. Раз просит, расскажите. Потому что я сейчас подольше... Ну, Леночка, ну... Я даже не помню, как мы с тобой неожиданно познакомились. Ты помнишь? Я не помню. Я не помню. И я не помню. Но я помню, что ты мне позвонила и сказала... Не хотите по иллюстрации? Да-да. Написать стихи к готовым уже рисункам, да? Вот. И сказала так, что эта книжечка уже сколько? 6 лет она лежала там в арке, да? 6 лет лежала, и там со стишками не печатали. Не хотели печатать, арт не хотел с теми стихами. И ты принесла мне рисуночки. Потому, да? потому что автор был в Германии. И... Ну, в общем, по каким-то причинам, да, не, да, хотели, да, печатать с теми стихами. И принесла мне домой, да? Или как? Или, да, ты мне... И ты буквально за неделю, за две сделала... Какие недели, две? 15 минут. Это я 100% помню. Я за 15 минут написала все стихи вот к ее этим рисункам. Настолько они красочные, что я, в общем, как-то сразу за 15 минут, и я тебе позвонила и все продиктовала. Девочки, я сейчас хочу сказать вот по поводу этих иллюстраций. Эти иллюстрации, они были на бумаге. А Андрей Шуля, вот мой соавтор, говорит: мама, сделайте иллюстрации на холсте и маслом. И вот вы видите вот эти иллюстрации на холсте и маслом.
Это не моя мысль, не моя идея, это идея моего сына Андрешури. Ну, надо получить очень красочные такие вообще иллюстрации, и яркие. И надо сказать, вот интересно, что получилось. Когда мы, значит, сказали, что книжка уже готова, приходите туда, помнишь, в этом варке, я принесла шампанского, бутылку, тортик купила. И, значит, это Виктория Ратикчук, искусствовед. Очень приятно. И вот мы в кабинете в каком-то, да, уже приготовили стол, накрыли шампанское, торт и все. Нет, надо, потому что это было очень интересно. И что получается? Приносят они книжечку. Приносят они книжечку. Нет, Светочка, надо. Ой, Леночка. Потому что это было... И что оказывается? Значит, я открываю Светлану Бахрушну, точно все-все открываю, а там стихи не мои. То есть той женщине первый этот вариант получился так. Ну, да не надо. Надо. Ну, почему? Это факт был. Это факт. Это жизнь. Что было, то было. Да, что здесь в этом... Такого. Ну, в общем, это, конечно, что? Ну, им пришлось сделать повторно, да, 1500 экземпляров в первом случае, во втором случае тоже пришлось выпускать 1500 экземпляров. Кто бы узнал? Это, конечно, интересно, это очень, это интересно. А вот румынский вариант, это Лилиана Армаша написала, вот, Луми Фермиката, вот. Это а как раз, это? Нет, да, а тот да, был, да. Тот был, это а в каком тот году? Был... 2006. А теперь опять вспомним уже следующий, это я просто сразу Светочку, вот, потому что мне захотелось ее слова, вот, это 96 год, сразу после Кейца Диаур, после Буратино, 96 год, вот, потом 2004, 2007, 2009, 2011. Значит, сколько раз переиздавалась она? 5-6 раз, 5 раз, по-моему. Да, 5 раз. Вот. Посчитать надо еще. Можно сравнить между качеством и печатью. Вот я специально даю, вот, видите, это да. Первое, вот, чтобы видно. Еще его пролистать немножко? Ага, пролистаю. Угу. А можете на стол положить? Ну, что-то видно. Давайте я вот эту вот лучше пролистаем. Вот эту пролистать. Положите ее, не ставите выставлять. Просто вот так. Замечательно. Вы не видите, да? Сейчас вот так и все видят, видишь? Вот так. Вот так, вот так, да? Да, удобно все. Вы показываете. Вот можно не влюбиться в эти иллюстрации? Невозможно. Да. Ну, спасибо. А буквально в этом году сделали, Эдуард, смотри, раскрасочка вот для таких, как ты. Это же раскрасочка на русском языке. Вот. Я возьму твой телефончик, тебе позвоню, ты придешь и купишь. Вот. Если захочешь, конечно. Вот. Это на русском языке раскрасочка. А то на румынском. Можно взять одну книжку и другую и копировать. И ты уже художник. Да. Так? Да. Показываем, да? Да, 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 конечно, показываем. Так и становится художник. Да. Да? Эдик, хочешь? Да, Эдик. Хочешь? Но или пока не думал на эту тему? Не думал. Ну хорошо. Сегодня задумаешься. Проходите. Здравствуйте. Спасибо, спасибо. Вообще там был сын, это его жена, вот еще жена, это сваха. Это знаменитый Валерий Ухерц. Это знаменитый, а он знаменитый тем, что он наши библиотечные библиографии оформляет. И в частности библиотеки Ломоносова в данный момент. Закончили Коркину? Я что-то оформлял директора, но уже не помню. Ну, мы отдельно поговорим. Вот эта вот маленькая книжечка «Винни Мош и Лугановили». Мне тоже очень близка. Я ее с юмором чудо, делала. Просто чудо. Да. Замечательно. Вот. Их уже тоже нет.
продажи. Да, продажи. Обрадовали. Вы всех обрадовали. Давайте разложим эти книжечки, так что было вообще. Целый панорам. А уже два раза пересдавали? А сейчас не знаю. Какие, короче, книжки я тогда сказала. Да-да-да. Или передаем попробуем, либо... Да-да-да. Есть логика, да, можно... Да. Еще вот туда передвинуть. Идичка, дай мне эту книжечку. Я буду... Особенно, чтобы цепанчики не выпали. Значит, самая сложная работа, это была мануал Кагет Шерендуника. Сейчас расскажу, чем это сложное. А потому что пришлось сделать все за место компьютера. Еще не было компьютера, нужно было делать строкомер. Была такая линейка, строкомер. И я вот принесла такие иллюстрации. Опять же, гелевых карандашей не было. Это маленькие пузыречки от Лика с Андрюшей Балабанхитом. И я разводила темперу и пером это все. Вырезалась, переклеилась на цветной фон. Понятно, да? Это так, вот я сейчас покажу эти иллюстрации. Какими ручками сделано? Это ручная работа. Это ручная работа. Ручками талантливые. Это вот она, видите? И вот посмотрите, все, посмотрите. Это ручная работа. Ну, это так. А что интересно, это интегрированный учебник. Одна страница, вот тоже тут, тоже цветной фон. Это все наклеено, это все ручная работа. Handmade, точно. Вот. Вот. Одна буква, одна цифра. Я придумала гласные красный цвет, согласные голубой. И так и учит, да? По-моему, есть еще твердые, мягкие. Там значит, трифтонки зеленые, а дифтонки оранжевые. Оа, уа, у. Эти подтверждаешь? Подтверждаю. Ну, придуманы мною. И еще придуманы такие буквицы, видите, вот, буквицы. И опять же, это все не просто так, я русскоязычная молдаванка, но я со словарем. Урс, пожалуйста, уну, уну, вот, пожалуйста, вот здесь, индеец, иллюзионист, потом что тут, ерс. Ед, это козленок, ебураш, зайчик, зайчик, потом ие, это национальная вышитая блузка, этот, Леонардо да Винчи квадрат, так? Матану. Вот он, молодец. А это что? Как? Умница. Умница. А это семерки, это вот семерки, ну, я их так сделала, как я видела эти семерки. Сейчас. А это Чаплин. Чаплин, чашка и керамика. Десятка, это десятка, это керамика. Вот кувшин. Это как единичка, и ноль это как тарелка. Балерина, биноклу. Здесь бомбани. В общей сложности 12, так? Опять же, тут я показываю, вот продолжая эту мысль, в Анатипуреле, в книге в Анатипуреле. Здесь декабрь 12, январь единичка. И я потом задаю, чтобы ребенок написал именно цифрами число свой день рождения. И опять же, тут ярна, примывара, вара, томна.
времена, правильно, времена года, и это ребенок учится их по три. Три на четыре, в общем, немножко математики учится, так? А это Браска, тоже на Б. Ну, не совсем Браска. Да. Не договорились, ну, не совсем, какая Браска. А, да, это... Это Королева. Ну да, но первая Браска, я поэтому ее нарисовала. Вот, пожалуйста, кроссворд. Это цифровая путанка или там цифровая, такая, примеры цифровые, но в рисунке. Путанка – это как графическая работа, кстати, ну, с этой графической рисунок, вот эта путанка. Вот, это вот шар, шерваты, шахматы и это шарпа, вот это вот, вот. Видно? 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 Что это шарпа? Змеюшечка. Жук, жукерили. Игрушки, да? И здесь вот тоже игрушки. 96-м. А это где? Галоши, конечно же. И гаины. И видишь, что цыпленок. Видно, что мальчики и девочки. У мальчика на шее бантик, а у девочки на голове бантик. Так? И еще габы, гаммы. Гамма. Речи. Гамма. Гамма это... цветовая гамма. Речи, калды. И вот ребенок изучает их, названия есть, пропущенные названия и цифры. И считает, и рисует, и закрашивает. Все, я скоро заканчиваю. Просто это, мне кажется, что интересно. Г. Это гипс. Греция. Гипс. И я придумала. Археологи нашли в Греции гипсовые фрагменты скульптур. Гермес отдыхающий. Потом что еще? Капитолийская волчица и дискобол. И ребенок должен посмотреть фрагменты, какой фрагмент, какой статуя. Понимаешь, какое образное мышление. Так? Интересно? Интересно. А здесь не просто так, здесь гном, а здесь геочел. Как я знаю румынский, а? Вот так. А вот кибрик. Это сделано кибрик, буква С. Сделано спичками. А здесь цирк. Так? И клоун. Цирк, да, еще и Кишиневский. Наш, не просто и, просто, так, и облака Кишинев. И облака написано Кишинев. Значит, здорово. Может мне тоже такую картину писать? Цветик. Как ты считаешь? Подойдите, вот такой. Ты... Обсудим, да? Я только сейчас вспомнила, подумала. А вот, пожалуйста. Очень было мало слов. Послушайте, Валера, да. Валера и Вика. Очень мало слов на букву К. Километр, килограмм, киви. А киви есть и фрукт, и птичка киви. Без... Знаешь, да, Эдик, знаешь, умница. Да. Вот. И я вспомнила, что есть еще Хеопс. Уточнила у главного редактора. Он говорит, да, Хеопс через К. И... Вот, нарисовала Хеопс, а автор придумала сделать, заполнить это место вот этими, как кроссворды, как кроссворды. Да. Для следующей книги. Для следующей книги, точно. А теперь Эдуард прочитает, что тут написано. Секрет Мари. Умница. Расти большой и умненький. Так, на этом мы закончили кает. Еще раз я кает посмотрю. Пожалуйста. А это мануал, учебник. Это вот Ньютон юный, ему на голову яблочко падает, и Ньютон настоящий. А тут по стихам Игоря Вьеру, вот, 1 сентября вот мама собирает
мальчика в школу, то не в школу. Так 1 сентября это знаменитые стихи есть у Игоря Вейеру. У Григория, у Игоря, что это Григорий? Да-да-да, Игорь Вейеру, это марку я делала, да. Это кукушечка. Это рак. Рак проектор. Рак портной. А это, вы знаете, это вот Бичум Инкарпат. Вот я нарисовала такое. Вот оно. И что еще тут? Дельфин. Вот он, дельфинчик. Вот. А тут две книжки. Да. Все, все, можешь туда. Стан Чилвайник и Стан Валазан. Очень интересная молдавская сказка. Не буду рассказывать о чем. Возьмете, почитайте. Но, естественно, как все сказки, они заканчиваются. Сейчас покажу. Сейчас покажу, чем. Вот чем заканчивается. Нунта. Это 19 век. Это подлинное все тут, и орнаменты, и костюмы, и это все Кровеческий музей. И иллюстрации тоже в музее? Или иллюстрации... Я иллюстрацию сделала. Нет, но сами иллюстрации, где они сейчас? У меня. Вот это я и хотела уточнить. У меня. Сделать картину? Не, там... Большую. Сделать картину? Большую. Два на три. Ой. Вот. Ну, Кривицкий музей. Нет, при Марии. Не, ну ты скажи, что вот именно эти фигуры, ты их, ну, в плане, где ты их увидела? В музее? В Кривицком музее, да. Сделали фотографии, да. Ты их распечатала. Может, это тоже уточнить, что это? Сейчас я покажу. И исполнила. Да, да, исполнила, да. Сейчас покажу, вот, раз мы это вот. Все это, видите, вышивка, все-все-все, я же такой дотошный человек, это все. Андрюша пофотографировал, мы вот на этот фотоаппарат пофотографировал все эти орнаменты, все юбки, керамику, все вот это вот, видите, все это подлинное. Это, я любитель такого. Вот. Ну, сказка интересная. Эдуард, сказка интересная, мы сегодня. Лена закончила. Львовский полиграфический институт. И это еще та школа, которая, ну, это было даже, как бы не обсуждалось, но этому учили, что если ты иллюстрируешь какое-то произведение, то там от мебели, от архитектуры до всех мелочей в одежде, в быту, все должно соответствовать эпохе и всему. Поэтому были, мы искали, покупали книги, вот мебель такая-то там все по эпохам, вот костюмы по эпохам. Вот, и это было как, ну, правило даже не хорошего тона, это просто был закон. И поэтому всегда вот перед тем, как какую-то книгу создать, проводилась огромная, колоссальная такая исследовательская работа. Потому что я извиняюсь, потому что я на диплом взяла тоже сказку Иоанна Крянга, сказка о глупости. И вот так же сама ходила в музей, покупала книжки, у меня до сих пор эти книжки хранятся, молдавский костюм, молдавские орнаменты, и по ним это все делала. Вот. Но это очень и интересная работа, исследовательская, то есть когда вот это делаешь, ты узнаешь все, это эпоху, это костюмы, это обычаи, и так далее. То есть вот то, что вот Лена это показывает, это быстро-быстро, на самом деле это, в общем, огромная работа, так сказать, научная. Я еще хочу сказать, это, можно сказать, художник должен быть энциклопедического ума. Да. Вот, допустим, я сейчас выставила книги «Армянские, украинские, болгарские сказки». Uh-huh. Это я сделала для Академии наук. Викочка видела. Вот. Сейчас вам скажу, это было непросто. Я весь интернет передрала, как перелопатила, значит, нам надо было керамику, музыканты, архитектура, быт, обычаи, мебель, ковры. Ковры. Но это мы сейчас пока отложим. Я забыла про комиксы. Это сделано вручную. Комиксы сделаны вручную.
Понятно, да? То сделано Рандуника, мануал и кает сделано вручную, без компьютера, тоже вручную. Это тоже сделано вручную, 97-й год. То было 96-й, это 97-й. У меня вопрос. Да. Скажи, а как к тебе приходили? Вот ты изучала, скажем, и костюм, и ковер, и это сам. А как сама вот задумка? Как? Я сразу делала идею, сразу делала идею. Ага. Потом я искала, вот, допустим, вот, далеко надо идти. Я задумала сделать музыкантов. И я стала искать музыкантов фотографии. Зарисовывала. Вот музыканты. Вот церковь, армянская церковь. Этот ковер армянский. Вот, самое интересное вот эти нюансы. Почему, скажем, вот та же армянская церковь не вот так вертикально? А там ее несет, он ее несет. Он ее несет. Это вот поп несет ее. Там надо почитать. Я вот закладки сделала, если захотите, я потом вам покажу. А пока что я расскажу, вот 97-й год, это еще нет компьютера, я сделала, но это не просто так. Там надо было участвовать в конкурсе, мультиобразы. Да. Профессор или учитель, или учительница, мальчик с девочкой и зверюшки какие-то. Значит, что я сделала? Я сделала профессора вот такого, рыжего. Тогда еще был блондин, помните, высокий блондин в черном ботинке. Вот такой вот Пьер Ришар, это такое мое, понимаете? Да. Потом, значит, мальчика и девочку. Девочка, конечно, модница, как все девочки. И лисенка, но сделала вместо Кеши, я сделала ворону. Но так как это было совместно с румынской, они сказали, что ворон, это считается цыган. Так вот. Да, есть ворона, есть ворон. Вот, ворон это цыган. И я сделала Кешу. Вот. И там в качестве экономии, но она получилась и для разнообразия. Часть была цветная, а часть была все оттенки черного и с голубым. Вот. А, с голубым. Да, в два цвета. С оранжевым. Не забывайте, что это все. Надюшечка, чтобы мысль не ушла. Я хочу сказать, это все вычерченное руками. Это просканировано, и потом я руками вручную вырезала и приклеила резиновым клеем этот текст отдельно. Вы представляете себе? Это не просканировано и в компьютере сделано, это сделано вручную. Потом была, значит, зеленая, вот зеленый цвет, такой розово-малиновый, желтый и оранжевый. Получается, на каждую историю был разный цвет. Да, да, и цветные там рисовали. Все перед вот. Немножко сэкономили. А теперь. Да, оно разнообразило. Так, это я убираю, потому что этого нету. Не, все. Нету его. Могла бы его передать. Да. Не отвлекаться на отец. Когда в этой иллюстрации кто-то утверждал, ругались, принимали сразу? Нет, я делала и все принимали. То есть как бы с первого. Да. А сейчас я так быстренько сделаю, покажу рассказочки, которые, мне кажется, что неплохие. И буду подольше пока рассказывать. Мы знаем, что была цензура, скажем, на цензура. Был не совет. Да, был не совет. Это в советское время? Нет, обязательно. У меня как-то так все. Все пропустили. Хороший был. Повезло, все пропустили. Не повезло. Это был хороший. Это редакторам повезло, что Лена настолько ответственно подходила. Я говорю, у нее очень. База была. Ни к чему было не раз. Полиграфически они там так и ставили качество обучения. Стоятки. То есть ее вот даже картинки, вопрос, вот я видела, есть вопрос. Там выше ее пилотаж. Да, Ирочка. А какой год создания этой книги? Вот какой книги? Книги? Этой? Да. Умничка моя. Сейчас я скажу, по-моему, 2016. Недавно. Это раскраска. И что интересно, тут подбираешь цвет и докрашиваешь. Правда интересно? И что интересно, первая страница не январь, а декабрь.
Хотя 12 месяц, Новый год, да. И видишь, Дед Мороз, он же с подарками. Да. Ну, вот видишь. А это колядки. Колядки. Так, колядки. Да. Февруарии, так. Марцишорчик. Май. Так, а я их разобрала. О, еще это. Я тут. Ну, раскрашки вот такие вот. Это по-другому. Значит, покажите. Вот, пожалуйста. Начну. Это самые любимые сказки. Ну, можно. Это вот. Сколько сел? Нет, вот честно, не было. В Валерии не было. Значит, смотри, кает 150 страниц. Тата Петру Калгатари 150 страниц. И 75 страниц учебник. Вот посчитайте, это 375. А еще вот тут сколько страниц? Тут надо считать. А еще сколько? Это надо считать. Я не знаю сколько. Честное слово, я не знаю сколько. Да, Эдичка? А сколько книг? А книг 25-30, вот так. Количество, значит, надо посчитать. А они у меня по две книги бывают. Ну это да. Да. Вот, Эдичка, если вот смотри, она... эта книжка, вот эта вот книжка, и вот Светочки Бахрушины наша книжка, вот где-то она лежит, да. Вот, так это, видишь, вот. Тут пару иллюстраций отсюда. Иллюстрации вот отсюда, и можно раскрашивать. Понятно, да? Вот. Если и в две и русские и молдавские, это 30 книг. Вот. Вот такая книжечка. Гичиторин Кулори. Что интересно, тут подбираешь цвет, ребеночек докрашивает недостающие места. И как колорист работает. Вот. Это лучше, когда тут картинка, тут это, а там уже готовое. Да, тут ребенок учится. Да. Это фломастер. Да, тут, видимо... Надо оставить, чтобы она... Да, да. А эта книга, я решила чуть позже сделать книгу, развить дальше тему кает. Мне так интересно это все. И я вот что я сделала. Это подводный мир, так? Название и недостающие буквы пишем. Дальше. Здесь вот дети на дне рождения. Здесь они столько-то, там в кружочках столько-то пирожных. И конфет, здесь надо высчитать, сколько осталось, и тоже посмотреть, и заодно закрасить. Все написано внизу. Вот, здесь собаки, порода собак, и надо знать его, буквочки недостающие пишешь, так, и закрашиваешь, и думаешь то же самое, так, вот, а вот кроссворды. И тоже Глория Калгер, и эти тоже пусть да. Вот. И гномик. Раскрашивает радугу. Вот. Гугуца. Сугечел. Вот. Надо из этих силуэтов трех найти, какой из них что и как. Какой правильный, какой нет. Так, Эдик? А вот путанка. Что за машина и куда она едет? Надо выяснить. Да. Умничка, Эдик. Ну, видишь, и мне не надо. А здесь, как ты думаешь, что вот тут? Это типа лабиринта.
правильно. Это лабиринт. Это надо, чтобы цыпленочек нашел мамочку. Да. Вот. И циферки, и циферки, и циферки соединил, да, вот эти вот. Путь. Вот, тоже. Что за слово тут написано? А ну давай. Нет. Вот 10. Кает. А там? Он оттуда не видит. Вот такая. Да. Нет, далеко. Все видно, да? Вот еще кроссворды. Mm-hmm. То есть и закрасите кроссворд. Вот. А тут нужно выбрать лоскутная техника. Лоскутная техника сейчас это модно. Пэтчворк. Да. И надо выяснить, какая из них одинаковая подушечка у бабушки, которая шьет. Да, вот это тоже интересно для деток. Так, это мы этого. А теперь, если можно, я вам вот армянские сказки. Не поверите, ну сейчас уже не разрешает, а когда я делала армянские сказки, я брала по две сумки, где-то 10-15 килограмм книг. Там были и архитектура, и костюмы, и керамика. Ну, оставалось только в Армению съездить. Да. Вот если бы сейчас поехала, вот. Ты бы уже знала. Вот это. Вот смотрите, какие. Вот они какие. Красивые, яркие такие. Так Армения. Вот кто из армян оценил эту книгу? Скажите, пожалуйста. А у нас ученик такой? Ну, конечно, нет, у нас есть. Лена, вот можно подойти? Ну, конечно, конечно. Отдельная тема, конечно, я же взяла. Насколько они знают? А у меня этой книжки нет. У меня только одна книжка. Я даже вот в Ломоносово не могу... А нам дала Академия наук. Полный комплект. Ага. Вот так когда вы была там... только в читальном зале, что вас не станет... Да-да-да. Они у нас есть. Есть, хорошо. Да? А здесь вот. Есть посольство Армении? Ну, надеюсь, что есть. Тебе надо туда сходить все-таки. Армянская община есть. Да. Насчет посольства понятия. И что? Армянская община есть. Рассказать об этой книжке. Такая... Хорошо, да. Это отдельная история. Давайте продолжать. Да. Давайте продолжать. Да. Тираж под это самое. Интересно. Так, ну я, наверное, не буду показывать иллюстрации, да? Да, да, да. Да, это не стоит. У нас есть. У вас есть. Вот. Особенно обложка. Я покажу вот. Вот болгарский, да, я уже армянский. И в болгарское посольство тебе надо зайти, и в украинское. Разве не пять было? Болгарские, армянские, украинские. Я только три сделала. А другие, видимо, проиллюстрировали. Нет, нет. Я не успевала, я не успевала. Я бы просто... Там чуть ли не цыганские были, помните? Цыганские мало. Кто? Да, ага, поэтому. Да, да, да. Помню, помню, шикарно. Да вы что? Конечно. А у них пусто там мало в академии. Ничего себе. Это когда Елена. Готовит Эдик вопрос очередной. Денечка. Коварный. А у вас русские книги или есть румынские? Так он же показывает. А, вот это? Да, русские. Да. А вот я думаю, что да. Ничего не забыли. Ага. Вот такие вот книжечки. Это маленькие. В издательстве «Лабиринт» там, где я забыла, да. Вот то, что вы видели, колоряды Жюкери или Преферати и Причепутов. Вот это вот маленькие книжки. «Леся, дождик», «Броскуса». Сейчас, Елена, не торопитесь чуть-чуть, чтобы я показывала. Сейчас, «Броскуса», «Неглижента». Это... Владимир Дурлов, но в переводе Георгий Кутасевич. Вот, вот. Владимир Дурнов, «Лягушонок Квака». Угу. Так. Гид Чефел, ну-ка, Денука. А. Маленькие книжечки такие. Владимир Дурнов, «Рукавичка».
Вот. Да, такие маленькие. Я их не показывала, потому что это самое. А все, показали. Елена, дайте туда. Давайте, вот дайте туда. Ну, где спать? Все хотят посмотреть. Мне писали, в каком году были там. Авраам. Нет, это я только. Только я. Не, ну имею в виду, кто-то его тоже может отдавать. А, ну может быть, а кто знает. Ну это. Только я. А может такая шутка, такое название. Да, великолепный урожай, спасибо огромное. Огромное спасибо. Вы еще будете нам дарить? Да. Вот тут сейчас я уже вот это вот собираю. С дарственными надписями? Да, с дарственными надписями. Сейчас я собираю. Эдичка, дай вот эту вот. Да. И вот эти две большие книжки. Да. Вот это надо в читальном зале. Обязательно. Потому, да, обязательно. Что это... Я вам в следующий раз поделить не смогу. Вот. Так. Сейчас. Армянский, да? Чудесно. Не, ну, это ложка вообще просто такая. Ложка вообще молодец, потому что я только сейчас открыл. Спасибо, Алексей. Спасибо, что я сейчас открыл. Ага, спасибо. Тут тоже мы очень летучий корабль. Я специально заказывал, вы хотели... Летучий корабль, интересно. 2000 Спасибо огромное. Спасибо, что пригласили. Вот. И спасибо, что есть библиотека, где можно выставиться. Слышали в завершении, что сказали Лена? Браво!